Не хотелось бы даже размышлять на эту тему, потому что война – это всегда война. Все, что происходит на юго-востоке Украины, это ужасно, это настоящая война. Сегодня, так сказать, пошли все в разнос, и ничего радостного от этого я не вижу. Я переживаю очень за каждого. Как бы не дошло это до крайних мер, как бы Россия вообще войска туда не вела, и не за... потому что мы можем только так – вести войска и закончить все это вот большой жирной точкой. Нет, не хотят русские войны, и никогда в жизни не захотят. Но если ситуация будет продолжаться таким образом, каким, то есть если действительно не хватит сил ополченцев, все-таки, наверное, вот в эту Украину, которая существует сейчас, войска нужно будет вести. Будут обвинять Россию и рассказывать, вот это Россия, ну, а вот смотрите, она убивает всех мирных жителей, ну, и так далее. То есть Россию пытается затянуть, ну, в эту бойню. Все, что происходит, это происходит как провокация нас на военные действия. И каким должно быть правильное решение, я даже вот ума не приложу. И смотреть на это со стороны становится уже просто страшно и опасно. И вмешиваться, будет ли это решением. Вообще война – дело молодых. И когда уже за 30, и у тебя есть дети и семья, ну, как-то вот на войну, мне кажется, не очень. Я прекрасно понимаю этих мужчин. Пока что это, пока что такие разговоры. Часто по принципу «ты сам дурак, ты сам негодяй, да пошел ты». Вот и все. Я думаю, что это вот такие так громкоголосые перепалки.